Как ты относишься к тому, что Блади стримил с коробком? Нормально, а чё? Ну, для Блади прикольная тема, плюс новая аудитория, плюс какой-то контент интересный. Я не знаю, у меня... Ну, у меня не... Ну, как говорится, в этом плане я не Amway, вот, у меня нет такой темы, что если я с кем-то не общаюсь, а я общаюсь, например, с Блади, ну, например, мы с Коробком не общаемся, да, вот, Блади общается с Коробком, я такой, ну, Блади, ты вот нехорошо поступил, это неправильно, ну, у меня и такой темы нет, это еще, ну, мне кажется, это очень какая-то довольно детская позиция, вот, поэтому мне... Мне даже, ну, я так понимаю, там в 6 человек только играли. Надо этого Бладьки спросить вообще, как в 6 человек. Интересно или нет? Кстати, 6 человек интересно, можно своей банды в 6 человек собраться поиграть. Не пробил. Не, Бладька клёвый чувак. Тем более мы с ним столько совместных движух сделали за последний год. Загорел? Кто загорел? Нет, ты чё, какой загорел? Как можно, находясь в помещении, загореть, брат? Нет. Короче, я смотрю, в последнее время Блади охеренно, ну, реально охеренно стал играть. Я смотрю, Блади в последнее время круто играет, то есть он такие сессионки там выдает, прям такие, ну, скажем, добротные, да? Я думаю, на турнир Чак надо будет обязательно его позвать, вот это да. Я так понимаю, теперь никогда не будет контента с Коробком, не будет мир, дружба, жвачка. Саваш, я с ним не планирую никакой контент делать. Слово «никогда» — это довольно такое громкое слово. Вот. В жизни всякое бывает. Может быть, мы с ним встретимся в реале, сядем, пообщаемся. Вот. А так, что прям никогда-никогда не... Ну, это такое довольно громкое слово. На данный момент не, я с ним не планирую никакой контент делать. Ну, так мы уже и не делаем контент сколько, уже года полтора совместного. Как бы ничего не меняется, нет такого, что мы с ним до этого последний год вместе херачили. Как с Бладькой, например, там, или с кем-то другим. Делаем регулярно, или с Дезом стримы, и такие резко стримы оборвались. Может, с ним... Ну, и у нас там, если вот найти плейлист, типа, на канале есть с Корбаном, вот, там плейлист, я не знаю, там стримов 10 мы, наверное, совместных сделали за все время. Так, короче, 2-300 я настрелял, но это вообще, типа, не... Ну, типа, мало, да. Окей. На ринге? Блин, это на самом деле прикольная тема в этот, в рамках... Сейчас же очень многие хайпуют. Этот это вызывает, это этого. Так, да, еще мотивация появилась похудеть, да? Дима, Димош, что с тобой битва блогеров сделала? Со мной? Ничего она не сделала. Это идея обратить к другим, как говорится, персонажам. Дима, ты видел мой комментарий под последней нарезкой на твоем канале? Не, не видел. Там было много комментариев, дружище. Я же не все там запоминаю. А, Иван, в этом плане мне насрать. Чувак пишет, Дим, с Коробком все ясно, а что насчет Amway, не касаясь последней ББ, ведь вы до ББ перестали делать контент, почему, если не секрет? Да, не особо интересно было совместный контент, я так понимаю. Ну, Паша особо не интересно, мне тоже. Ну, как-то этот, делали изредка прям. Ну, я не знаю, последний год, еще до ББ, да, последний там год мы все меньше и меньше там общались. Так, выехали. Ибрагим пишет, Дим, расскажи про свои взаимоотношения с Лабером. Какого плана тебе? На Hyundai не катаю его больше. Теперь на X7 катаю иногда. Да, нормально, общаемся. Ну, не так часто там можем увидеться раз в месяц в реале, там, раз в 3 недели. Так, встретиться, пообщаться, порофлить. Вот. Обсудить какие-то моменты, связанные с кланом, с клановой движухой. Ну, он загружен своими там, ну, полевыми командами. Я своими делами загружен. Общаемся хорошо. Ну, к Флаберу очень хорошо отношусь, уважаю его. Вот. Ну, я просто в реале чуть больше знаю. И, соответственно, не только по причине там того, что он в корме командует. Девушка, кстати, у Флабера красивая. За это уважаю его еще больше. Мод на отметку? Мод на отметку охерен, а в остальных модах мы особо моды-то и не делали.
А моды твои Юши делают. Моды мои не делает Юши. Это ты можешь сказки где-нибудь послушать у забора, вот, и тогда и в них поверить. Если бы мои моды делал Юша, я бы об этом говорил. Или, например, там, ну, у Юши сотрудник на зарплате, да, сидит полностью. Вот тогда можно сказать, что да, это Юша делает. Но так как такого нет, поэтому иди кому-нибудь другому рассказывай сказки. Чувак пишет, ты типа сам их делаешь? У тебя... Типа сам... Александр, ты вообще, я не знаю, ты, как говорится, этот... У тебя в понимании миростроения все хорошо с головой или нет? Ладно, короче, как говорится, не в том настроении, чтобы сраться с Александром на банальные темы. ВГ сдонать. Александр, иди в тоннель артовода. Эти моды делаем мы. А левша за их рекламу деньги получает. С уважением, страдай, говорит. Это надо было по-другому написать. Надо было написать, теперь этот, как его? Теперь живи с этим, да? Как чел, который играет на арте Т-92, скажу, что арта стала косее, но урона меньше вливать не стало. Просто отсеялись все, кто на халяву на арте катал. Ну, это тоже плюс, если честно. Потому что, говорю, был же момент какой-то, когда апнули арту, вот, и там просто этот сантиметр даже на эту тему как-то высказывал, что ценились типа артовод, которые нормально кидали, да, умели играть на арте, а потом этот... Любой Василий как бы садится на арту, мышку направо наводит, стреляет, все, полетел снаряд. Вот, с попаданием. Вот. ЛТ-31, спасибо за донат. Шотнику на прокладке, с уважением, говорит, Дим, по возможности. Слезы льет каждый стрим, арта его душит. Кто шотник-то ты имеешь в виду? Ну, я не смотрел стрим, поэтому. Тут, дружище, ничем не могу тебе сказать. Это с актером стрим будет. Ну, не знаю, он на ивенте, он вроде танчики хочет, там танк хочет брать, может появиться спокойно. Вот. И плюс этот. Уже после ивента, я думаю, стрим какой-нибудь бахнем. Ну, я, он, Булкин, может быть, еще кто-нибудь. Корм помимо левши хочет на ивент. Нет, там у нас человек 4 принимать участие вообще не будет на ивенте. Есть кормовщане, которые будут активно там играть, стримить. Вот. Некоторые будут там... Один человек там из клана выйдет, другой клан пойдет помогать кому-то. Ну, я так понимаю, не за бесплатно, конечно же. Вот, поэтому, ну, там будут пацаны еще играть. Тем более задача простая, сделаем всем танки, сделаем там, наберем определенные плюшки. В топ-6, я думаю, мы не зайдем, потому что мы будем фактически одной ротой играть. Не, там вроде 19 сантиметров не будет принимать участие, Мериториус не будет принимать участие, Мериториус уехал. Вот, а им вроде не будет принимать участие, и если не ошибаюсь, Нидин, кажется. Но насчет Нидина это не точно. Тут Толян будет команда, да, потому что Флабер там, у него тоже свой клан. Он, как и сейчас, в принципе, многие кланы там помогает чувакам брать танки, которые сами на своих аккаунтах играют. Вот, эти чуваки, просто ими надо командовать. И Флабер будет, ну, и в корме, и там участвовать. Толян будет командовать, да, прикроет, так сказать, Лаберка. Короче, все хотят заработать, напомню. Ну, все одно... Ну, хотят, ну, смотри, не у всех есть, как говорится, рекламные спонсоры, не у всех онлайн большой на стримах, не у всех донат большой на стримах, поэтому, да, чуваки крутятся, как могут. Привет, удачных боев. Слыхал такую легенду, что Нирью хочет восстановить киберспорт, и что якобы он над этим работает. Я буду только рад, если он установит киберспорт. Но я про это ничего не слышал. Дима, а я серьезно, почему никто не хочет проспонсировать киберспорт, не понимая, ведь есть же много спонсоров с деньгами. Ну, у тебя любой спонсор, если выделяет средства, он хочет отдачу получить. Там обоснования нужны очень жесткие. То есть должен даже обосновать
работы, что да, спонсор от этого выиграет. Это же не так уж легко. Там, я говорю, какой-нибудь вот турнир я делал 1-1, 2-2. То есть там. Они же, как вы заметили, не делаются там каждую неделю, каждые 3 дня. Хотя там вот сумасшедший онлайн, хороший просмотр, людям интересно. Ну там. Бюджеты в целом большие, да, выходят. И даже эти бюджеты, чтобы получить, ну. Нормально так вспотеть, как говорится, надо. Вот. Агрессор, спасибо за донат. Привет из Великого Новгорода. Здорово. С кем планируешь побеждать следующее ББ? Я вообще не знаю, когда будет следующее ББ. Будет ли она, да? Вот. Будет ли она соло или какая-то парная? Вот. Поэтому я уверен, что ну, ближайшие там. Сейчас что у нас? Где? Июль? Ну, между ББ, мне кажется, если оно и будет, это надо года полтора, там, год-полтора-два рассматривать. И что-то мне подсказывает, что в ближайшие там месяц 7, 8, 9, а может быть и год битвы блогеров мы с вами не увидим. Вот, и тогда от этих факторов только отталкиваться, посмотрим. Ну и плюс я говорю, все себя смотреть еще на свою загруженность. Вот видишь, к этой ББ я не совсем был готов, как хотелось бы, да? Вот. Так что все нормально. Если будет какой-то ББ, будет время, то почему мне поучаствовать? И без разницы какого формата, там 2 на 2, 3, типа по двое, соло, трое. Я бы хотел, чтобы соло и участвовали все вообще, стримеры, блогеры. Вот, например, у тебя там, ну возьмем там 50 тысяч подписчиков есть, ты можешь участвовать. Вот, вот был бы вообще замес капитальный. 4922. Ну и какое-то интересное соревнование между собой. Ну вот играл хорошо, да. Виталий, спасибо за донат. Дмитрий, еще такой вопрос. Когда битва блогеров, с кем очередной раз будешь? Я не знаю, когда битва блогеров, я думаю, она будет не скоро. Если будете вдвоем, как в тот раз, возьми актера, будет контент и онлайн в два раза больше. Я всегда был за тебя, ты лучший, спасибо. Спасибо, спасибо, Виталий. Не, ну здесь я говорю, неизвестно вообще с битвы блогеров. Я думаю, на ближайший там год можно пока вообще забыть про нее. Вот. Может быть, конечно, она там после Нового года, зимой, ну, с большего вряд ли.